день, друзья! И сегодняшний наш прекрасный дальневосточный моросящий дождик пополняет красивый видеообзор интересного и легендарного мотоцикла в своем классе Honda 750-2K. Да, друзья, это настоящая учебная версия кубатуры 750. Большой воздушно-масляный двигатель кубатуры 750, рядный, с двумя распредвалами, с масляным кулером, обратите внимание, конечно же, креплением под дуги безопасности, это очень важно. Обратите внимание, большой двигатель с большой корзиной сцепления, конечно же, с четырьмя карбюраторами, с выхлопной системой, окрашенной в черный цвет. Это говорит о том, что версия учебная. Обратите внимание, какое большое широкое колесо с глубоким протектором для того, чтобы можно было двигаться не только по асфальту, но и по грунту. У данной версии мотоцикла большие классические амортизаторы, которые будут отрабатывать. Обратите внимание, есть общая подножка, на которую мы можем поставить мотоцикл и делать, скажем так, какие-то манипуляции. Задним колесом, вот обратите внимание, с передним, вот все крутится, подшипнички, диски, сразу же скажу, в отличном состоянии, реборды нет, ну хотя есть немножечко, но они в очень хорошем состоянии, обратите внимание, ломы, вот все в отличном состоянии, не репанное, ни раковин, ничего. На данную версию мотоцикла мы установили новую большую хрустальную фару, никелированную, это очень красиво и эстетически. Две банки спидометра, окрашенные в черный цвет, также дополняет это все красивые никелированные круглые зеркала, которые вы будете смотреть и себя, и дорогу. Обратите внимание, какой широкий руль с большим подъемом, для того, чтобы вы могли держаться и управлять мотоциклом. Это очень удобно. Но после того, что я наговорил, я хочу рассказать о его изюминке. Это о работе большого воздушно-масляного двигателя кубатуры 750. Включаем электроснабжение и производим запуск. Смотрите. Мы завели мотоцикл. Я его снимаю с общей подножки. Мотоцикл работает ровно, правильно отсинхронизированы карбюраторы. Вот сейчас я акселератором поработаю, и посмотрите, как... Прекрасный мощный мотоцикл кубатурой 750. С удобной посадкой, обратите внимание, очень удобно. Колени правильно согнуты. Подъем руля позволяет мне правильно контролировать мотоцикл. Итак. Я немножечко прокачусь и расскажу в езде, как управлять этим мотоциклом в такую прекрасную дождливую погоду. Дальневосточная мягенькая коробка. Мотоцикл просто поет. Легко отзывается на поворот газа. Правильно сбалансирован. Не дает мне увести мотоцикл в дрифт. Все-таки это учебная версия для того, чтобы вы на ней не только катались, но и получали удовольствие. Очень мощный двигатель. Очень мощный, оборотистый. На этом мотоцикле вы можете научиться и продолжать кататься и год, и два, и три, пока не захотите себе настоящий мощный спортбайк кубатурой 1000 и более. Это прекрасная версия, на которой вы сможете не только кататься, но и получать удовольствие. Он очень эстетически красивый. Его красно-белый цвет с черными вставками и, конечно же, вот с этой никелированной полоской. Очень удобно. Мотоцикл правильно сбалансирован, поэтому очень легко на нем ездить. Это... Конь-огонь, я бы сказал. Друзья, торопитесь. Это настоящий подарок для тех, кто хочет начать свою мотокарьеру с большого кубатурного мотоцикла. Светооборудование. Обратите внимание, какой сигнал. Это только на CB 750. Итак, друзья, торопитесь, досматривайте наши ролики до конца, потому что там будут интересные тест-драйвы. Регистрируйтесь на нашем сайте motolife.ru. Ставим лайки, конечно же. Друзья, мы ждем вас. Приезжайте к нам, покупайте только у нас мотоциклы. Мы ждем вас. Пожалуйста. Режиссер мне поправил немножечко камеру. Ну что, друзья, поехали. Двигатель просто поет. Это все-таки Honda. Мягкая коробка. Приятный звук. Легкий моросящий дальневосточный дождик дарит нам красивые моменты. Люблю Honda за его звук, за его красивые эпатажные вид. Ну что, друзья, сейчас вам подарю тест-драйв большого дорожного мотоцикла Honda 750-2K. Поехали!
В дождик ездить интересно. Воздух обогащен. Пожалуйста, растормаживаемся. Автолюбители любят смотреть в дождик на мотолюбителей. Да, друг? Спасибо, что ты пропускаешь как бы меня. Очень интересно. Можно я тебя обгоню? Спасибо. Мотоцикл легко отзывается на ручку газа. Иду на последней передаче. Плавненько входим в поворот. Трасса мокрая все-таки. И легонечко давлю акселератор газа. Вообще, на самом деле, в дождик кататься – это настоящее удовольствие, друзья. Кто не ездил в дождь, тот не знает, что такое дождевик, сказал бы я. Да. Вот мы подъезжаем к нашей легендарной заправке. Кстати, иду на последней передаче. Мотоцикл просто поет. Подъезжаем. Включаем поворотничек. Аккуратно растормаживаемся. Мягко мурлыкает двигатель. Вот обратите внимание. Вот еще. Сергей Федорович решил подзаправиться. Нам не надо, потому что мы на Хонде. Хонда есть Хонда. Она может ездить даже на парах. Ну что, поехали. Хороший приемистый двигатель. Да, друзья, ну что, подкрадываемся сзади к автомобилю. Разгоняется, так же быстро растормаживается. Данная версия мотоцикла — это эталон дорожного мотоцикла. Пожалуйста, это даже по кочечкам проеду. Видите, все срабатывает, подвесочка отрабатывает. Итак, друзья, торопимся, приобретаем данную версию мотоцикла, становимся счастливыми мотолюбителями и не забываем, регистрируемся на нашем сайте motolife.ru. Ведь наш сайт создан для тех людей, которые хотят приобрести себе мотоцикл. Спасибо, до свидания.